Всем привет! Сегодня с вами приготовим вкусное домашнее шоколадное печенье с орехами. В миску вбиваем 3 яйца. Добавляем сахар. Яйца с сахаром перемешиваем. Затем добавляем молоко и подсолнечное масло. Перемешиваем. В рассеянную муку добавляем 3 столовые ложки какао с коркой, 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Добавляем муку к яйцам. Перемешиваем тесто. Когда тесто перемешали, выкладываем на стол. Затем отрываем кусочек теста, делаем из него шарик, такое печенье в форме бублика. Выкладываем печенье на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем печенье в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 7 минут до готовности. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Грецкие орехи измельчаем. Для приготовления шоколадной глазури нам понадобится шоколад. У меня молочный, шоколад можно использовать по своему вкусу. К шоколаду добавляем молоко. Растапливаем шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. Далее каждое печенье опускаем сначала в шоколад, затем в орехи. Наше шоколадное печенье с орехами готово, оно получается очень вкусное, готовится легко и просто. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!